we're waiting for our Catherine to join. Oh, hello. Hi. Hi, Vitaly. So, do you hear me? It's okay? I hear you perfect, yeah. Okay. So, it's the first part of our interviews that are called Insider Coffee Stories. Mm-hmm. Hi, everybody. This is Catherine. She is a co-founder of Capelot's Green Coffee Sourcer and Or Coffee Roasters. Is it right? Is it correct? Okay. Yeah, that's right. Hi, Catherine. Catherine is our friend, a good friend. We know each other for 2 years, and we had a great luck to work with her coffee and to use it for National Barista Championship and the World Barista Championship. So she makes great coffee. She and her company makes lots of efforts to find great coffees around the world and bring them to Europe and to us, for example. So, Catherine, how are you? How is your company going? So, in these times, what are you doing to cope with it? Yeah. Да, для всех нас сейчас это сложное время. Это непросто. Для Капелот, для направления зеленого кофе, ситуация все еще не такая плохая, так как уже прошел сезон сбора урожая в Эфиопии, а это тот кофе, который является самым актуальным для большинства обжарщиков. И, конечно, если вы хотите работать с кофе из Эфиопии после всей этой истории с вирусом, например, в сентябре, необходимо забронировать этот кофе уже сейчас, что мы и сделали. Нынешняя ситуация сказывается на всех, но по-разному. До того, как вирусный кризис начался в Европе, я как раз вернулась из Гондураса. Мы хотели начать работу с Гондурасом как с новым направлением, новым поставщиком кофе, но, к сожалению, сейчас уже это невозможно. У них также введен карантин, и производители, с которыми мы хотели работать, сейчас не могут продолжать сбор ягод. Для некоторых из них это настоящая катастрофа. We're very interested to get some more information about the origins and how they cope the situation. So let me begin. Okay. Okay, we know that you work closely with some communities in Africa and you're trying to make, closer relationship and you're trying to make direct trade even more direct as it can be. You do it in your own very passionate way. So I think that you can tell us more about how the producers, the farmers, cope the situation. What can they do to stay safe and not in the coffee way, it's not a question about the coffee, it's a question about their day-to-day life. So how are they living now? So what can they do to stay safe? Yeah. Да, думаю, что в этом вопросе все очень сильно зависит от страны. К примеру, мы очень тесно работаем с Руандой. И там, в Руанде, сразу после объявления пандемии, государство ввело определенные ограничения. Также государство действительно информировало и направляло людей в том, как следует поступать в сложившейся ситуации. В стране был введен карантин, но сейчас как раз самое начало сезона сбора урожая, и им разрешили появляться на фермах, собирать ягоды при условии соблюдения всех мер предосторожности. Они работают в масках, дезинфицируют все поверхности, руки и так далее. Но есть и другие страны, такие как, например, Конго, в которых ситуация действительно сильно отличается. В этих странах управление государством, скажем так, совсем другое. Это самое малое, что мы можем сказать. Люди живут в условиях постоянной неопределенности от одного дня к другому.
И если бы я сказала им, что необходимо посидеть дома 2 месяца, и потом все будет хорошо, в некоторых регионах Конго я бы получила ответ, что люди банально не смогут прожить эти 2 месяца. Им нужно кормить детей уже сегодня. У людей совсем другая жизнь, и сейчас они стараются как-то продолжать работать, чтобы выжить. Есть и другие страны с другими ситуациями, такие как, например, Гондурас или Сальвадор. Я видела, в чате появился наш хороший друг из Сальвадора, Карлос Мендес. Не знаю, здесь ли он еще. В этих странах все еще введен карантин, и это значит, что в производстве кофе будут задержки. К примеру, насколько я знаю ситуацию по Эфиопии, там введены ограничения по количеству людей, допущенных к работе, и в целом все процессы идут медленнее. И уже сейчас очевидно, что будут задержки в обработке. Все зависит от страны. These countries like Congo are not, you know, they are not stable even when they don't have any crisis, any global crisis. So the question is, do they have any, you know, vaccines? Do they have any masks or any medicine no. to? No. 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 It's... Нет, нет, ничего нет. Но с другой стороны, я всегда восхищаюсь тем, как они живут. Восхищаюсь их повседневной жизнью. Они всегда говорят нам, что они сильнее, чем мы здесь, в Европе. Они очень долго сражались с Эболой. То есть апрель должен был быть для них месяцем, когда они как раз победили Эболу, но, к сожалению, опять появились новые жертвы. И да, они прошли через 2 года борьбы с этой болезнью, и они привыкли так жить и ведут себя совершенно иначе. Европейцы впадают в панику, а люди в Конго просто продолжают жить и работать в стандартном ритме. Они не могут позволить себе уйти на карантин, потому что у них банально нет еды на завтрашний день. One month, 2 months, maybe 1 year, but the situation will improve and we'll go through it and everybody will have to go through it. Okay, we know it, it's a question of time. But how will the situation change for those people in Congo, in Ethiopia, in Rwanda, in Burundi? How will their life change and... in the question of coffee, will the coffee be more expensive? Will it be more difficult to grow yeah. coffee, to harvest coffee? So what shall we have 1 year or 2 years later? Я не могу сказать точно по поводу влияния конкретно на выращивание кофе, но что мы видим уже сейчас, так это то, что в некоторых странах сырье, то есть зеленый кофе, не может покинуть пределы страны. Деревья не прекращают производить кофе, кофейные ягоды растут, созревают. А в некоторых странах работникам просто запрещено выходить на сбор ягод. Но ведь деревья не будут тебя ждать. Недавно один мой знакомый фермер из Гондураса сказал мне, что в сложившейся ситуации у него не будет возможности провести процесс обработки должным образом. Поэтому ему придется продать ягоды на местном рынке по самой низкой цене, просто для того, чтобы сбыть сырье. Да, в этом сезоне многие не смогут работать так, как они привыкли работать, так, как они должны работать для того, чтобы произвести спешлти кофе. И это сильно повлияет на их доход в этом году, в этом сезоне. Okay, and speaking about us, the consumers' world, as I can understand the situation, we're going to have less specialty coffee and much, much more commercial coffee in next or maybe some seasons that we're going to have. Is it correct?
Да, есть определенная вероятность, что на рынке в этом году будет появляться кофе, который должен был бы быть спешлти кофе, но в связи с ситуацией он не будет дотягивать до тех стандартов, к которым мы привыкли в рамках спешлти. Да, да, кофе будет более низкого качества. Но я думаю, что очень важно разобраться в ситуации. Да, мы все хотим пить качественный кофе. Но сейчас нам очень важно объединиться, чтобы выбраться из этой ситуации всем вместе. И да, конечно, я люблю продавать кофе 88+. Но тот фермер, который обычно делает кофе 88+, в этом году может немного потерять в качестве. И я думаю, что очень важно в этом году также купить себе его кофе, даже если он будет на несколько баллов ниже. Потому что если не поддержать этого фермера сейчас, то, возможно, он просто не выживет, и в следующем году он уже, в принципе, не сможет работать. Мне кажется, очень важно, чтобы все это поняли. Сейчас нам нужно пересмотреть наши стандарты. Возможно, иногда снобские. Сейчас важны не высокие баллы и высокие рейтинги. Сейчас нам всем нужно думать о кофе немножко по-другому. Speaking about the economic situation, now I think everybody feels on his own day-to-day life that he has to tighten his belt, you know, he has to change his usual way of life and what he, sometimes it means that we switch from some luxury products, some say luxury products, to something more cheaper, something not so expensive. And does it mean that people will also switch from some expensive, sometimes specialty coffees, ATH Plus or 90 Plus, to something more commercial, something cheaper? And is it a problem? Well, если честно, мы сейчас ощущаем ситуацию иначе. Но я, конечно, могу говорить только за ситуацию у нас в Бельгии. Как ты уже представил меня в начале, у нас две компании. С одной стороны, мы можем оценить ситуацию на рынке зеленого зерна, с другой стороны, с позиции обжарщика. И ситуация вокруг нас сложилась таким образом, что сейчас мы замечаем, что многие волнуются и переживают за местный бизнес и хотят поддержать нас вместо больших мультинациональных компаний. Естественно, мы потеряли большую часть продаж, так как 90% кофе мы продаем в рестораны и кафе. Но в то же время мы получили огромный прирост покупателей на веб-сайте, это просто частные лица. И мы чувствуем, что они хотят поддержать именно локальный бизнес, семейные предприятия, предприятия, за которыми стоят реальные люди. Таким образом, мы получили действительно очень много новых покупателей именно с этой стороны. Конечно, речь идет совсем о других объемах, не о таких, как у ресторанов и кафе, но мы видим тенденцию. Люди начинают больше задумываться о том, где и у кого они покупают продукты. И мне кажется, что в долгосрочной перспективе для specialty кофе это хороший шаг. Люди продолжат пить хороший кофе, и они будут все более и более открыты пробовать новое. Okay, great. Nice to hear this. And nice to hear that it's all about the community. Yeah, there are lots of people around you that want to support you in these difficult times, and you cannot buy your sell your coffee to the restaurants and cafes, but those people who wanted to drink a cup of coffee in the cafe, now they can drink a cup of coffee at home, and they want this coffee to be the same level. So that's why you sell more specialty now to the people. Если эфир сейчас смотрят обжарщики, это может быть полезно для них. Исходя из нашего опыта,
Сейчас очень многим людям здесь, в Бельгии, приходится работать из дома, где они пьют specialty кофе. И сейчас мы часто получаем сообщения о том, что когда им придется снова выйти на работу, они хотят пить хороший кофе в офисе тоже и не хотят возвращаться к дешевому коммерческому кофе. Нам стоит рассматривать это как новые возможности, новый рынок, к которому нам стоит присмотреться. Я хочу сказать, что даже в это непростое время нам есть чему поучиться. For some possibilities and for growing, So, So, next question. According to the monthly report of the ICO, people worldwide drink less coffee, and it's about 1% now. And this number will be even more in May and in June, maybe. So, globally. We drink less coffee, maybe because we usually drink much more coffee in the coffee shops and restaurants. And so globally, the crisis for the farmers is in the coffee price. Because now, as I know, 2020 crops are not so bad, you know. Lots of coffee can be harvested. And lots of coffee will be on the market, but the buying of this coffee will not be so high. So does it mean that the price for the coffee will be lower, that we shall see lower prices and the farmers will suffer from this side of the problem? Мне кажется, что здесь, опять же, все будет зависеть от времени сбора урожая. Например, возьмем Эфиопию. Большая часть эфиопского кофе уже куплена на данный момент. Например, мы уже купили 3 контейнера еще в январе, и цены на этот кофе, они зафиксированы. Но кофе все еще производится, и сейчас, возможно, будут попытки со стороны покупателей снизить цену, а производителям нужно хоть как-то продать свой кофе, чтобы получить какие-то деньги. Мировой рынок замедлился, но производство все еще в процессе. Это всегда вопрос предложения и спроса. И да, сейчас предложение будет расти, а спрос все-таки падает. By the way, speaking about the Ethiopian coffee market, as I know, they have some economic reforms in 2020, and these reforms are not so good for farmers because they are trying to support the government and to earn more money as a country, but not there is not much thinking about the farmers. Do you can you comment this? Do you know something about it? Нет, я бы так не сказала. В январе, когда мы были в Эфиопии, ситуация была слегка противоположной. Сбор урожая запаздывал, ягоды собирались позже, чем обычно, но спрос в это время был уже достаточно высокий, что привело к тому, что цены на кофейные ягоды, то есть зарплаты сборщиков, выросли в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Это было в январе, до начала кризиса, и на тот момент цена за килограмм specialty кофе в Эфиопии была в среднем на $1 выше, чем в прошлом году. Но это было до начала пандемии и из-за позднего сбора урожая. Сейчас, конечно, ситуация совсем другая. So let's hope for the best. And let's stay positive and let's think about the times we shall have no COVID and we shall travel a lot around the world. And we know that you have lots of region trips programs. And is it possible to join it? And how can it be done? Is it possible to join you on a trip to Congo, for example? And are you going to
have these trips in, I don't know, in the end of 2020 or 2021? So yeah. What are your plans for it? Yeah, we always... Да, мы всегда рады взять людей с собой, и в большинстве поездок кто-то к нам присоединяется. Но мы, конечно, не хотели бы превращаться в туристическое агентство. Это всегда очень небольшая группа людей. Да, в будущем мы, конечно, планируем поездки, но сейчас, в ближайшее время, это, конечно, невозможно. Мы планировали быть в Руанде несколько недель назад, потом в Бурунди на следующей неделе. Все это отменилось, и я не уверена, что в 2020 году у нас еще будет возможность куда-то поехать. Но, безусловно, как только нам разрешат снова путешествовать, мы снова поедем. И если есть люди, которые хотят присоединиться, обжарщики, мы берем с собой только профессионалов, потому что вся поездка очень сфокусирована на кофе, и, скорее всего, будет не очень интересно непрофессионалам. И если есть кто-то, кто хотел бы присоединиться, напишите нам, и мы будем держать вас в курсе. So you travel a lot to the origins, and especially Africa. What does this visit of your company to Congo, to Rwanda, mean for local people, for the local communities? What do you give them? What are they waiting from you? And yeah. Тут, пожалуй, можно сказать о нескольких вещах. Когда люди, покупатели зеленого зерна, едут на станцию обработки и посещают сборщиков урожая, я хочу сказать, что сборщики — это люди, чья ежедневная рутина заключается в сборе ягод. И они, конечно, совсем не в курсе, что же происходит с этим кофе дальше, куда он отправляется. И когда мы приезжаем, мы всегда чувствуем, что они очень горды тем, что мы приехали к ним так далеко, просто посмотреть на то, как они работают. Нам кажется, что очень важно поддерживать их и показывать, что мы очень ценим их работу. Я всегда приглашаю участников поездки поучаствовать в работе на станции обработки, потому что, да, конечно, это выглядит красиво, но на самом деле это очень тяжелый труд, и это важно понимать. Также очень важно, конечно же, общаться с владельцами ферм, с теми людьми, которые принимают решения. Я хочу сказать, что сейчас, приезжая на ферму, мы пробуем очень много разных способов обработки. Я имею в виду, 5 лет назад анаэробные ферментации были только в Коста-Рике. А сейчас везде, где мы бываем, мы встречаем фермеров, которые говорят, да, у нас есть и анаэробная обработка тоже. Это вдохновляет, это знание и опыт, которые сейчас путешествуют по миру и распространяются. Также сейчас мы видим, что появляется все больше и больше молодых фермеров, следующее поколение, которое выходит к управлению фермами. Люди, которые хотят выращивать кофе, но по-другому, с умом. Такое фермерство, как у их родителей, больше не выгодно, и они говорят, да, я люблю кофе и хочу работать с ним, но не так, как это делали мои родители, вкладывая много труда и ничего не зарабатывая. Я не хочу так. Но они видят, что есть и другой путь работы с кофе. Я хочу сказать, что очень много воодушевляющих вещей происходит в сфере кофе сейчас. Не только плохих, но много и хорошего тоже происходит. Okay, great. So let's hope for the best. Let's hope that we can visit you in autumn, for example. I remember that you have a very great facility somewhere in the country, and I hope to visit you soon. So thank you so much for these answers. I think they were very, very informative, and lots of people got lots of information from these 25 minutes. So thank you so much, Katrin. Thank you, and okay. Bye. Thank you, and let's all work together to get out of this. Yeah. Thank you. Yeah, okay. Bye. Thank you. Bye. See you.